Всем привет из любимых просторов. Сегодня мы доделываем, точнее не доделываем, а продолжаем делать нашу купель. Вот смотрите. Если помните, в прошлом видео, когда мы закапывали вот эти вот кольца, я говорил, что мы планировали сделать навесик вот отсюда и вот сюда, сделать столбики, привязать все это дело к дому. Но все это было достаточно геморройно. И по времени... по всему. Так вот, в загашничке у себя на даче нашли вот такой каркасик, сейчас покажу, беседки. Он наверх тормашками, лет 5 назад был куплен и пролежал мертвым грузом, не востребовано. Конечно, китайский ширпотреб, все тоненькое, металл весь тоненький, все тонюсенькое. Но при этом он оказался размером 3 на 3, а в нашем случае, вот наша эта купель, 2 на 2 метра. Так что, в общем-то, вот она практически идеально подходит. Практически без зазоров. Вон, видите, уже листва попадает, вода начинает закисать. Это все надо, конечно, убирать. Но сейчас уберешь, и опять ветром нанесет новую листву. Так что сначала делаем навес, а потом будем все это изнутри убирать. Вон все хлипенькое, но все равно сейчас будем все это укреплять, усиливать. Вот, сейчас по мере продвижения работы буду, соответственно, все показывать. Вот у нас обрезки. О, Боня бегает. Обрезки от свай 108 остались. Сейчас будем копать ямки для фундамента. Вставлять вот эти вот обрезки. Потом в них будем вставлять вот эти ножки. Поскольку, повторюсь, труба вот эта тонкостенная. Ну, вот, придется подрезать уголки вот эти вот. Вот так подрезать все. Запихнуть все это в трубу, потому что не входит. И потом залить все это дело цементом. И получится такой столбчатый фундамент. Поскольку здесь песок вокруг, я не думаю, что что-то начнет выпирать. В общем, сейчас продолжим работу. Далее буду все снимать. Значит, вот вырыли, вбили точнее трубы. Вот такие обрезочки. По всему периметру. То есть сначала наметили, потом сняли огородку эту, убрали. И вот прям по меточкам, собственно, сделали вот эти вот трубочки. Сейчас отрежу, как повторюсь, уголочки. И все уже поставим по месту. И дальше уже буду выравнивать. То есть вот такие вот трубочки. И от ветра будет дополнительная защита, потому что тут ветра у нас достаточно сильные бывают. Чтобы не выдергивало и не выкорчевывало все это дело. Вот. Продолжаем делать. Так. Копали, били мы, значит, трубы. Обрезали уголочки. Обрезали уголки. Ставили в трубы. Ну, все, вывели под уровень. Вот он у нас. Сверху сейчас зальем потом цементом, ну и поставим, соответственно, крышу. Сейчас эти трубы немножко растянутся, немножко деформировано. Так, все это сейчас выровняем. Вот. Продолжаем. Делаем. Мы набили доски. Травые планочки.
получается. Этот брусок положил специально, чтобы было удобно ходить. Вот. Сейчас выравниваем, подравниваем. Здесь вот не до конца будет, потому что здесь вход, чтобы головой не задевать. Здесь, соответственно, не до конца. Потом планочки все эти аккуратненько заделаем. А вот еще сделали такой заходик, чтобы ноги не скользили. Взяты были полнотелые 4 блока. Вот. Внизу залито все это цементом. То есть плиткой такой. Ну и сверху песочком присыпано. Соответственно, чтобы ноги не скользили. То есть такая входная группа. Ну, потихонечку проект продвигается. Ну все, на сегодня все. Ставьте лайки, если хотите увидеть продолжение. Подписывайтесь. Встретимся в следующем видео. Всем пока, всем удачи!